С вами снова я, Лера, и сегодня хочу показать один баг на дополнительное логово с типа. Ну, дополнительное место в логове леса. Сейчас мы просим игрока пойти со мной. Сейчас я возьму ее. Только что делали баг. Короче, смотрите, подходим к логову. Вот так вот берем малыша, своего друга, допустим. И вот так вот и прыгаем. И, блин. Не получилось. Сейчас еще раз сделаем. Только что, вот только что у меня получилось. Прыгаем и отпускаем. Вот, смотрите, я вошла сейчас в свой дом. И я летаю, видите? Сейчас летаем. Ну, игрок пришел там в мой домик. Окей, ну я летаю. Вот, смотрите, ребят, короче, вылетаем вот так вот из домика. Вот сюда вот и дальше. Берем. И раз. Меняем скин. Вот. Доп. Локация. Видите, игрок в шоке. Вот, и мы можем зайти сюда. Все в шоке люди. Короче, ребята, советую, пользуйтесь. Работает в 2022 году, ну, по крайней мере, сейчас 2022. Вот, очень крутой баг. Тут мы можем бегать, все это смотреть, тут все. Ну, а главное, вот за этой вот линией, вот за этой вот темной чертой, если вы приземлитесь там, где горы, на светленьком, то там вы сразу же провалитесь в текстурку. То есть полетите дальше вниз, потом черное будет. Вот. А так вообще у вас дополнительное вот место в логове получается. Ну что ж, пользуйтесь. Ролик был, конечно, небольшой, но зато полезный. Вот такой вот прикольный баг. Вот. Ну что ж, с вами была я, Лера. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем пока-пока!